Так, пришла очередная посылка с аукциона Виолити, выигранная мной. Так, смотрим. Открываем. Так, это у нас, по идее, копанная. Сейчас посмотрим. Кое-что копанное я сказал, чтобы он не высылал. Ой, что-то тут. Что-то в какой-то шкурке свернуто. Ага, ясно. И полетели так. Так, теперь смотрим. Достаем. О, какая ковша. А он был как ложка был. А тут, оказывается, ковш пришел. Так. Ладно, смотрим дальше. Смотрим дальше. Так, это предохранители. Да, предохранители. Это у нас коробочка, что-то было в нем. Это у нас это у нас подкова. Это у нас еще одна подкова. Это у нас вешалочка. Это у нас какая-то куколка с воска, по-моему. Это у нас тоже пришлепка. Это у нас вот этот самый. Так, что мы тут еще имеем? Это у нас набор маникюрный. Это у нас щетка и авторучка в нем. Так, смотрим дальше. Что это у нас? Непонятная баночка. Это, по-моему, не баночка, это светильник. Это тоже радиодетали. Дальше смотрим. Дальше смотрим. Это...